мероприятие. Мы обсуждаем игру актеров, талант режиссеров. Но мало кто задумывается, что над созданием каждого образа работает огромная команда профессионалов. Гримеры, костюмеры, постижеры и люди других специальностей. Это работа, которая остается практически всегда в тени. Но без таланта этих людей мы бы не увидели яркие образы героев и персонажей. Сегодня мы хотим представить шуточный экспериментальный проект, созданный нашими художниками по гриму и костюму. В нашей шуточной истории нет профессиональных актеров. Все персонажи – это гости и участники нашего прекрасного фестиваля. И по вашим аплодисментам мы поймем, получилось у нас или нет. Нелегко разобраться в ней. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу! Ну-ка, приложь. Ой, принцесса. Как есть принцесса. Правда? Ага. Принцесса. Ну-ка. Притомилась. Обрела. Терпи. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. В вашем городе женихи требуются? Невеста у вас есть?
Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. А в этом доме невеста есть? У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пансионе. Понятно. Это которые еще до исторического материализма родились. Когда родились, тогда и родились. Я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вещется ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус тобой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Плюнула на плешь и выпаслала к лешему.
Буки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Дорогая карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет жить накрыто, как ты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра играю. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось. И не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Thank you.
А теперь я хочу представить актеров, можно сказать, нашего шоу. Все актеры на месте? Хороший парень из Липецка. С ним никогда не останешься голодный. Юрий Третьяков! Выйди! Виктор, выйди, пожалуйста. Сыграл такого легендарного. Молодец! Есть информация, что он рукастый, не курящий, не пьющий, поющий. Игорь Коноводов! Бывалый! Поэт, аранжировщик, композитор, музыкант, художественный руководитель, создатель и продюсер легендарной группы «Манго-манго», лауреат российских, международных конкурсов, авторской песни и просто парень с гитарой, наш неотразимый балбес Владимир Поляков! Пиар-менеджер нашего фестиваля. Если надо отпиарить, она придет и отпиарит. Евгения Тараканова! Маркушечка-душечка! Человек-праздник! Артист ансамбля «Танцы Рязань», менеджер проекта «Этно-кафе», «Татарская сказка» Александр Суббота! Азартный Остап Бендер! Известная липецкая поэтесса, автор песен, лауреат многих конкурсов и бывшая училка математики, знойная женщина, мечта поэта, мадам Грицасуева, Елена Макарова! Хулиганская бабка-ёшка, член Союза журналистов и по совместительству просто... Белка! Шкодная бабка-ёшка Наталья Гончарова, любимая исполнительница народных песен Алексея Витакова. Приветствуем! Художник по костюмам нашего проекта и режиссер атаманша Елена Филичкина. Еще один режиссер, художник по гриму, официальный визажист телеканалов Music Box, призер российских, международных чемпионатов и конкурсов, постоянная работа на музыкальных телеканалах, концертах, музыкальных премиях, неделях мод, телепередачах, кино, основатель Академии стиля, макияжа и грима на киностудии имени Горького Ольга Савалева-Неволина! Спасибо! Я думаю, вам понравилось. Проводим наших актеров аплодисментами. А царь наш, царь! Андрей Филичкин! Борисов, простите! Простите, Борисов! А царь ты не настоящий!